Перша сесія без мера Валерія Хмельнюка. В Чорноморську обрані 25 жовтня депутати нового скликання провели перше зібрання, під час якого народні обранці і новий мер склали присягу. Спочатку голова місцевого тервиборчкому оголосив результати виборів до міськради. До муніципальних зборів прийшли 7 партій. Депутати отримали посвідчення, хором зачитали слова присяги, після чого настала черга нового мера Василя Гуляєва. Хочу сказать спасибо Валерию Яковлевичу, что так перешло все безболезненно, видите, тихо, мирно. Большое спасибо. Хотел бы сказать и депутатам, которые присутствуют в зале, я надеюсь, что мы сегодня поймем, что выборы закончились, и что мы пришли и будем работать для этих жителей, которые живут в этом городе, как минимум. Я в этом уверен. Я знаю, что мы буквально на этой неделе соберемся с красной фракцией, пообщаемся и поговорим для того, чтобы на время тогда, когда мы будем работать, на партийных съездах мы партийные, а когда мы делаем для людей, мы должны делать просто для людей. Я в этом уверен, что это будет так. У свою чергу Валерій Хмельнюк, який очолював Чорноморськ 26 років, також зазначив мирну безконфліктну передачу влади. Колишній мер підкреслив, що його наступник заступив на бойове чергування в непростий для країни і міста час. Ми живемо в неймовірно складне время. І так було почти постійно. Значить, і я сьогодні говорю, ти заступаєш в дуже складне время. І це дійсно так. Не хочу говорить слово «тектонические изменения», но, скажем, катастрофически меняется экономика, структурные изменения в стране и так далее и тому подобное. И в этот час я уповаю на здравый смысл твой, и я хотел бы надеяться, что депутатский корпус, обновленный, станет единым монолитом, как когда-то это было в 1994, 6, 7 годах. Сплотившись, вы возьмете бразды города в свои руки и успешно поведете корабль под названием теперь уже «Черноморск». Вам всем хорошего пути, крепкого здоровья и удачи!